Что может быть лучше отдыха на Байкале? Только комфортабельный отдых на Байкале. Например, в одном из 20 модульных номеров туристического комплекса «Лагуна» в селе Сухая. Давно мечтали побывать на Байкале. Вот. И так получилось, что друзья нас посоветовали вот приехать именно сюда. Нас очень обрадовал радушный прием, замечательный коллектив. И сама природа располагает, и, конечно, мы восхищаемся красотами нашего озера. Каждый номер рассчитан на семью из 4 человек. На 45 квадратах есть все необходимое для приятного отдыха. Просторная спальня, небольшая обеденная зона, отдельная ванная комната и даже место для работы на удаленке. Есть домики и для маломобильных людей. Все сделано по стандартам для их комфорта. Благоустроенные дома с теплыми корейскими полами, круглосуточные, круглогодичные. Наша компания постарались сделать комфорт в этих домиках, горячая, холодная вода, хорошие душевые. Ну и самое главное – это Байкал и пляж. У лагуны целых 2 гектара береговой линии, и уже к концу августа она изменится до неузнаваемости. Мы приступили к облагораживанию пляжа, так скажем. Сегодня занимаемся зачисткой пляжа. Заключили договор с водолазами. Соответственно, чистка дна будет у нас производиться. И расставим буйки по всему, ну, как бы по периметру пляжа. Вот это поле, оно будет облагораживаться. Делать детские площадки. Корт спортивный будет здесь. Здесь будет спортивная детская площадка. Закуплены уже качельки, закуплены горки, беседки. Будет летнее кафе для отдыхающих, для туристов. И это только малая часть всех планов руководства «Лагуны». На начало туристического комплекса положили гранты на модульные отели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.